кстати, не видно. Слава, ты что без куртки? Невидимая, да? Камуфляжная. Ну, в общем, да, они утеплились и готовы. Начинаем топ-32, потом как будет дрифт-такси, как что. Давайте я сейчас хочу услышать каждого, кто меня сейчас слышит. Мы готовы начинать парные заезды. Ну и начинает у нас топ-32. Евгений Горнев, это его Байрам. Заезд сразу же идет автоматически в топ-16, потому что у Евгения Горнева не показал, что может ехать. Давайте поаплодируем! Они все его сучуки преследуют. Я напомню вам, у второму номеру сейчас Алексею Васильчуку всего 16 лет. И посмотрите, парни, заезд! Поворота здесь. Нужно догонять, Алексея. Нужно догонять! Сейчас на своем Ниссану Урель в кузовице. Не справился с управлением. Сейчас он сидит с гербом. Но, слушайте. Я знаю, сверху. Намного было лучше видно, было ли юридическое замедление у Алексея Мисичука. Топ-32, мы поаплодим задом. Оп, постановка есть на дороге. Да, и тут тоже видна разница в машинах. Он полетел, Александра. Сколько уже из этого?
сейчас Будаков Артем из Анзефира. Проедет за Евгением Корнем, да?
Все внимание на трассу, ребята! Сергей Абрамиков, просто с Виталией! Посмотрим, как сейчас, ребят. Давайте почаще живут у нас в Космосе Виталия. Вы готовы, а? Давай, давай, смотрим, просто с Виталия. Кому запчасти там, туда сюда. Ну все, внимание на заезд. Посмотрите, Федя Виталий едет лидером. На темпе. Так, смотрим, смотрим, посмотрите, Федя Виталий. Артист даже очень широко он вывалился. Но здесь Плеханову Сергею-то нужно догонять. Слушайте, представляете, да, какой противник? Представляете, да? Верхний Пышвеев встретился. Сургут против Омска.